Дженсен, будь любезен, попроси своих уличных осведомителей использовать более традиционные способы связи. Что ты имеешь в виду, Причард? Я нашел записку, пришпиленную к двери. Парень, проезд на Багли-авеню и языки. Какая таинственность. Это недалеко от штаб-квартиры шерифа. Это территория пацанов, косел. Даже не думай. Не волнуйся, детка, я тебя заберу. Ты спятил? Думаешь, они тебе просто так все двери откроют? Туда можно пробраться через четвертый этаж соседнего здания. А если сможешь улизнуть... Осторожно! Вы кого-нибудь заденете! Не лезь как! Проваливай! Дженсен! Чем могу помочь, Фрэнсис? Ты знаешь, зачем я с тобой связался. Что такое? Сигнал, который сводит на нет все твои меры предосторожности? Он позволяет проникнуть в нашу сеть. Пока его источник не найден и не отключен, о безопасности не может быть и речи. Ради тебя что угодно. Давай! Прикройся ты!
и найти, и сбежать поздно. Надеюсь, что ООН пристально рассмотрит сложившуюся сегодня ситуацию. Что это было? Труп! Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости.
Босс, этот черный ход все еще открыт? Нет, отличная работа. Фрэнк только что сообщил, что теперь все чисто. Теперь он хочет выяснить, кто хозяин заброшенной фабрики. Так что давай скорее в клинику. Ты должен быть готов к тому моменту, как он это узнает. Не запрыгнет ли мне своего питбуля? Ну знаешь, киберлапы, киберклыки какие-нибудь. Грейсон мне подогнал крутейшее барахло. Вот теперь любители. Я, к слову, поддерживаю митинги.